сердце поздравляю с этим древним, древним, очень древним русским праздником. Праздником, который, истоки которого еще начинались язычески. Но однако он не утратил своей актуальности, привлекательности. И, как правило, этот праздник происходит в последний день перед большим великим постом. И как раз гармонирует с этим тоже очень хорошо. Поэтому в этот день хочу пожелать людям счастья, здоровья, благополучия, любви. Значит, хочется пожелать уже весеннего настроения, несмотря на коллизии нашей погоды. Приобщайтесь сами к этому празднику, приобщайте своих детей. Это лишний повод отдохнуть, повеселиться, может быть, и пообжорствовать где-то. Вот что я хотел бы пожелать. Блины очень вкусные, джем очень вкусный, чай очень вкусный. Все здесь вкусно, хорошо. Приходите, граждане.